Чтобы понимали, я выключаю микрофон, и вместо микрофона у меня выключается запись. Ну, если что-то максимально по-даунски сделал, воу. Так, вроде я уже жестко обогнал. Но на всякий случай, все это хорошенько перегнать. Ладно, мало того, что он вышел, так я его еще, ну, по-любому жестко обогнал. Все, чел слит. Блин, ну это хорошо, я догадался его жестко слить. Ну блин, меня поначалу стало пугать, что я вышел, ну типа вышел. Он продолжал, продолжал, хихихах, хотя думал, блин, как я его догоню. Ну, имею в виду, если он так продолжал, продолжал, я бы, да. Тогда бы я жестко, наверное, ну нет, он, наверное, подумал, что я вышел. Ну реально, представляете, реально, если бы вышел, он бы еще так хихихах. Ой, ладно. Так, у меня тут есть, да, наконец-то у меня есть эта башня здесь. Что я забрал эликсир. Что я выиграл. Пасты скелетика дамажу, гений что ли? Слишком много эликсира требуется, но не очень сильно эликсир. Видите, как у него быстро эликсир появляется. Ну это же логично, что у него 4 эликсир. Я считаю, что я выиграл, волчел. Так ты ж слит, я выиграл. Серьезно, у меня так мало персонажей осталось открыть. Вот, кстати, кто не знает, просто хочу пару фраз сказать.
Я играл с того момента, когда вот только добавили разбойников, вот их добавили, может, спустя, ну, может, неделю я уже вышел. Вот, ну, на дофига времени. Реально помню до сих пор, как их только добавили. И реально, я еще помню, я не хотел начинать играть в Clash Royale, потому что тут столько неизвестных мне персонажей, но уже довольно быстро я понял, что кто делает, а. Блин, так мало персонажей осталось. Предстоит найти. Легендарная арена, в смысле. Легендарная арена. Легендарная арена. А у меня есть перс, который на легендарной арене? Лол есть, лол есть, лол есть. Лол есть. Блин, ну реально, это на 14 арене, это говно же. Ну это есть, но это я выторговал. Есть. Да, такая фигня на такой высокой казалось бы арене. Ну как по мне, это фигня, например. Ну тут да, у меня ничего нет. Это, по-моему, вообще все новое. Отыграл, по-моему, всего этого не было. Ну что ладно, зелье кап... зелье плагиата, может. Чемпион. Абсолютный чемпион. 8К. Это что, кстати? Трофей, наверное. Прикольно. Серьезно, всего лишь 5? 5 роплите, 25, так мало, что, ну 250 норм, 10 тысяч норм, что это 5? Ну, награда, конечно, ущерба, но 250 только нормально. Какие нафиг 5? Легендарные и 250. О, что это? 5 зелек. Так, ладно. Надеюсь, еще выиграю. Дерьмо с картами.
прям видел, как там мини-пек оббежал смачно. Ну, ладно, бой еще был классный, ладно, не знаю, что я говорю, мне понравилось. Блин, вообще не заменил, по-моему, заспавнил, ну, вроде мегалист, короче, кого-то заспавнил, он мне обратно вернулся в колоду, такой, а, ну, ладно. Вот все-таки хи-хи-хи-ха я обязан был сделать. А ты тоже хи-хи-хи-ха без причины признак дурачину? Кстати, по идее, я могу запросить карту? Ну. Ух, кого мне запросить? Не, редкие слишком мало, всего лишь 4, вот. Обычные, нормально. На кого не киданусь запросто? Ну ладно, держи. Элитные варвары, а дайте мне, пожалуйста, элитный варвар. Так, ну вроде все. А, лоу, кстати, усложняющий турнир. Че, это у меня колода? Блин, могу с ним кого-нибудь понабрать, например, того же самого пламенного дракончика. Могу вместо обычного. А мне нужен спеш урон. А, так может быть вместо этой адской башни? Давай. Все. Адская башня, конечно, крутая, там она может то же самое мегарыцарь на себя загреть, но, блин. Да. Нифига у нее там рыб плавает. А, прокатит обычно дракончики пламенные вместе. Не знаю. Ну-ка давай, братья. Ух, ё-моё, ладно. Я не знаю, кстати, чем мне дефать. Спарки. Давай кидану так. А чем мне дефать спарки? Оу, щит, були. Не знаю, чем мне спарки дефать, а чем тоже надо. Ой, ё-моё, ёлки-палки. Ёлки-моталки, он просто выносит. Пофиг, армия скелетов. Щитмен. Давай. Хорошо. Ну, я пока выигрываю, ну, грубо говоря. Серьезно взял охотника? Без говно. Он пока на фиг выстрелит, это пройдет. Нифига, уже Алексей бежал, ладно. Блин, не все это странно. Знаете, вот так вот. Блин, если под башню лучниц не попадет. О, щит. Ага, вот так вот. Блин, жестко.
как раз 4 ненужные, ну, грубо говоря, карты. Блин, дайте пламенного дракончика, пейс, мне нужен. Да мне желательно просто все такие новые карты.